у Петра Бондаря 90 секунд, в котором мы сейчас увидим, на что он потратит. Погнали! 360, 2,5, через подбокс. Огромный выход. Супермассивная стрелка на обратку. Огромный выход в этом квадре. Никана. Три тейл-випа с огромной амплитудой. Вип на бар. Бар на бар. Вип свои. Фронт-флип с ножки! Стрит-зоне! Фибл! Третий выбор в скат! Петь! Осталось 20 секунд! 30, правда, дорогие! Иду там, смотрю! 30 секунд у тебя есть! Трайм-драйвер через пирамидку! Для нас палочек, так сказать! Барспин на мэнтл, барспин. Итак, завершающий трюк от Петра Бондаря. У меня нет сомнений, что вы хотите увидеть, что он для вас подготовил для завершающего трюка. Итак, пока Петя Бондарь смотрит себе горлышко и подготовится к этому супермассивному трюку, не буду рассказывать, что это за трюк. Мы все будем в ожидании, что же он нам приготовил. Итак, прошу всех зрителей, которые сейчас находятся на фигурке, пожалуйста, разойдитесь. Я не знаю, куда полетит этот райдер. Никто не может знать. Остается только смотреть. Итак, давайте поддержим Петра Бондаря! Я не слышу поддержки для Пети Бондаря! Где ваша поддержка? И фронтфлип на мэнл, попытка. Итак, мне кажется, он будет забирать или не будет. Петя Бондарь будет забирать? Помотай головой. Будет, будет. Специально для вас Петя Бондарь. Его супер трюк, который, наверное, не сделает на данный момент никто в России. Итак, смотрим. Петя Бондарь готов, готов. А мы готовы все его поддержать. Больше шума. И фронтфлип на мэнл, попытка. Петя, Петя оставит для Быстрика, я думаю, эту тему. Да, он оставит для Быстрика. Ему нужно немного отдохнуть. Итак, это был завершающий райдер.